На старт! Внимание! Начали! Зимняя рыбалка – одно из любимых мужских занятий, а когда это еще и соревнование, азарт и адреналин просто зашкаливают. В 12-й раз рыбаки со всего района собрались на Енисей, чтобы побороться за право называться лучшими. Приехали любители подледной ловли из 6 территорий – Енисейска, Верхнепашина, Высокогорска, Шапкина, Усть-Кими и, конечно, Подтесова. Потихонечку вроде бы клюет, окушки, ну немного еще пока, потому что только начали, ну поклевывают. В соревнованиях по зимней ловле на счету каждая рыбка. В конкурсе несколько номинаций. Личный зачет отдельного участника и командный от территории. В первые же секунды удача улыбнулась Артему Хопте из поселка Подтесова. Достать малька ему удалось раньше всех. Рыба, значит, ко мне относится, так, потому что я ее люблю. Поэтому она клюет у меня часто. А что поймали первая рыбка? Окунь. А второй ёршик клюнул. Знатоки говорят, что вся пойманная рыба в затоне не случайность. В период глухозимья клёва практически нет. В этом и весь смысл соревнований. Удача здесь, конечно, играет роль, но далеко не главную. Все, кто сегодня вышел на лед, основательно готовились к этому дню. Да на коленнике, чтобы не морозить ноги. Да мотыльница для наживки. Полотенце руки вытирать, сумка под рыбу, сумка под прикормку. Чтобы не было путаницы, где какая команда ловит рыбу, лед на Енисее разделен на секторы. За каждым пристально следят члены жюри. А сами рыбаки, забыв обо всем, гипнотизируют кивок. В Енисейском районе говорят, сибиряк значит настоящий рыбак. И эти соревнования – лучший повод это доказать. Здесь идет борьба за каждую пойманную рыбку, пусть даже такую маленькую. Лучшую среди команд считали по весу выловленной рыбы. В этом году победителями стали новички из поселка Подтесова. Им удалось поймать 1 килограмм 808 граммов рыбы. В личном зачете победу одержал Павел Шахов из Енисейска. Лучшие рыбаки по итогам соревнований получили денежные призы. Все остальные участники зарядились энергией и уже с нетерпением ждут следующего сезона зимней рыбалки. Анжелика Александрова, Степан Хрисанфов, новости.